Почтить его память прибыл глава края Вениамин Кондратьев. Вместе с родными Кондратенко он возложил цветы на могилу бывшего кубанского губернатора. С цветами пришли и учащиеся школы номер 7, которая носит имя Николая Кондратенко. Сегодня в учебном заведении прошла линейка памяти. Вениамин Кондратьев отметил, что первый губернатор всю свою жизнь посвятил Кубани. И сколько не прошло лет, 5, 10, даже 50, дело его будет жить. Его энергия, его любовь к родной земле. И отдал он этой нашей Кубани все, и даже свое здоровье, свою жизнь. Это достойный образец для того, как должен жить на самом деле настоящий сын своей земли, своей Кубани. Николай Кондратенко стал губернатором Краснодарского края в 1996 году. Он был первым, кто был удостоен медали Герой труда Кубани. В крае вспоминают добрым словом Кондратенко за то, что в 90-е он сумел сохранить экономическую базу региона.